Бабка, что ты делаешь? Чего? Что ты меня сюда притащила? А чё притащила? А ты мне уже потому что надоел? В смысле, я Позавчера тебе что ты надоел? делал? Чего делал? Ничего не Дом делал. взорвал. 3 дня назад что делал? Бабушку Чего? троллил. Бабка, кто он Четыре то дня слу... назад что делал? Переоделся в кого-то и решил опять бабушку затроллить. И чё? Баб... Бабушка Баб... должна это все терпеть? Баб, Я ну тебя я... спрашиваю. Бабка, ну с домом случайно вышло, я тебе честно говорю, Да? случайно. Случайно? Случайно, Да. хорошо. Да. Случайно, значит, посиди здесь. Я буду на тебе эксперименты делать, Бабка, ясно? ну не надо, пожалуйста, а. Иди отсюда. Если ты попытаешься сбежать, О, иди, беги. Ты пошел. знаешь, иди. Давай, Ага. давай. Я Счастливо, пошел. как говорится, Ребята, путь. И блин. тебе. Ребята, поставьте лайк, чтобы я сбежал скорее. Бегу, бегу. Ой. А О. далеко бежишь-то? Куда? Туда. Ага. А, ну давай, беги, беги. Ага, Блин, беги. бабка, ну ладно, я не буду... Беги, беги, я тебя 10 раз верну. А я не буду испытывать твое терпение. Просто отпусти меня по-хорошему. Вот и не испытывай мое терпение. Я тебе сказала нет, значит нет. Все, Бабка, ну я же все равно заебись. сбегу, ты же понимаешь. Ой. А ты же понимаешь, что я тебя верну. Хочешь проверить? Иди, беги, я даже дверь уберу. Да, ой. Пошутила я. Да... Блин, А хочешь, я все ребята. бедраком заставлю? Не-не, бабка, не надо. Тогда рот закрой и сиди. А чтобы тебе не скучно было, сейчас я к тебе, так сказать, охрану Бабка, я же приведу. все равно сбегу, ты же А, понимаешь. давай поспорим, что не сбежишь. Блин, ну ладно, с На тобой чем будем спорить. спорить? Бабка, все, ладно, все, все, отстань. Ребята, всем привет, с вами я, Коля. И, короче, вы представляете, бабка меня взяла и посадила в больницу. Типа опыт надо мной идет. Ребята, я даже не знаю, как отсюда сбежать. У меня даже пока в голове нету никакой какой-то единой мысли, как вообще можно сбежать. А бабка говорит, сейчас кого-то еще какую-то охрану сюда поставить. Так, бабка, кого посадишь, баб? А вот сейчас увидишь. Ну и ладно, блин, ребята, я вообще не представляю, что делать. Вы понимаете, что бабка не просто так, да, понятное дело, что здесь всякие, наверное, есть какие-нибудь выходы, но бабка, блин, вообще не отпустит меня со своей территории, потому что она, когда злится, но вы сами знаете, это вообще не вариант. Хотя... Знаешь что, Чувак! Гранулечка, ты А... посидишь с ним, так сказать, в оба глазика за Блин, ребята, посмотришь? грынули! Ну, конечно, посмотрю. Вообще мы с ним поругались, вообще он меня бесит, если честно. Ну, капец, блин! А, ну так отлично. Короче, Бабка Гранулечка, давай, я нашла. сейчас пойду в магазин. Тебе что купить? Ой, слушай, купи мне, пожалуйста, клубничного А мороженого. мне можно А, хорошо. фисташкового? Так, а ты рот закрой. Правильно, а ты рот вообще свой закрой. Ну Бабка. все, Грануль, давай иди, я, короче, пошла. Хорошо, хорошо. Грануля, грануль, Хорошо, иди хорошо. сюда, грануль. Что ты орешь, как ненормальный? Грануль, выпусти меня, пожалуйста, а? Ничего я тебе не выпущу. Почему, грануль? Потому что ты меня бесишь. Ну, Гранул, ну помнишь, мы с тобой в прятки играли? Ну, блин, ну Вот как, ну... именно, ты меня все время выигрываешь и сам нечестно играешь и нечестно Ну, прячешься. все, прости, больше так не Нет, буду. я тебя не буду прощать, потому что Блин. ты будешь здесь сидеть. Блин, Гранул, ну как Мне мне... бабушка что сказала? Смотреть за тобой в оба глаза. Вот я буду сейчас Блин, пойду Гранул, в давай, стул. может быть, я Пойду в что-нибудь... стул и буду Грануль, ну смотреть. давай я что-нибудь для тебя сделаю, а ты это. Я даже подальше от тебя сяду, чтобы ты на мой стул не сел. Ва. Вот так. Ну иди, иди, она же мне, знаешь, что дала? Грануль. Телепортации. Блин, ну Грануль, ну ладно, ладно, я сам вернусь. Поэтому ты все равно не сбежишь. Ну, блин, ну Грануль, ну вот давай Понимаешь? я же с тобой по-человечески, А вот. я с тобой не по-человечески. Мы с тобой все время играем, ты меня все время везде, все время выигрываешь. А сам потому что нечестно все играешь, понимаешь ты или нет? Блин, ну я же Я с тобой мальчик. больше не хочу дружить, потому что ты плохой. Мне Грануля, а бабушка если... всегда говорила, бабушка мне всегда говорила, что ты плохой, и с тобой вообще нельзя Блин, да водиться, бабушка твоя сама потому что ты плохая. хорошему не научишь. Научу, научу. Грануль, вот давай я тебе что-нибудь хорошее сделаю, а ты меня отпустишь. Что хочешь, проси, вот. Ничего я тебя не отпущу. Нет. Ну, блин, а если Я тебя прям... не отпущу. А если Будешь прям сидеть очень со мной. хорошее, хорошее, что ты не очень любишь делать, а я сделаю для тебя это. Куда ты пытаешься сбежать? Ты ненормальный, что ли? Так я Ты не хочешь, знаю. чтобы я тебя... А мне знаешь, что еще бабушка сказала? Чего? Что тебя можно в лаве топить. Не, Грануль, нельзя, она пошутила. Хочешь, я буду над тобой тоже издеваться? Нет, Грануль, ни за что, ну. Ой. Подожди, вообще у меня телефон говорится. Кто там, кто там? Алло! Да, бабушка сидит, конечно, я сижу. Да блин, Да ребята, не, не как сбежать-то? переживай, я знаешь, я далеко от него села, чтобы он на мой стул не садился. Я, да, он потому что так сбегал? Да, я так не буду. Нет, ты же бодроковую штуку поставила. Да, не сбежит. Ага.
Отдели телепортации? А еще и в лаве его утопить? Ой, не надо, не надо, не надо. Хорошо, хорошо, ладно. Не надо, блин, какую лаву? А, сделать? Ну, хорошо, блин, а может ты сама сделаешь? Ладно, хорошо, хорошо, все, давай, пока. Что там такое? Быстро давай сюда коляску. Ну, на. Быстро. Блин, Грану, ну, пожалуйста, ну, хоть один шанс всё, не дай, короче, а. Мне, все, ты, короче, сиди, а я пошла делами заниматься. Какими делами? Мне школа, бабушка сказала, здесь надо, пока я здесь сижу, ничего не делаю, бабушка сказала двор почистить и сделать здесь загоны. Ой, давай я загоны сделаю, а ты меня отпустишь, А потом, короче, шерсть, когда буду брать, бабушка будет стричь овец, а потом в какие-то зельки добавлять, и над тобой будет опыт. Блин, ну, Грану, давай ты мне просто, я тебе помогу, а ты отпустишь, а? Нет, я тебя не отпущу, но ты мне можешь просто помочь. Ну, а я да. Нет, да. Я тебя не отпущу. Хорошо, все, просто ты помогу. Просто помочь, спасибо. Хорошо. Просто. Ты знаешь, зелье телепортации у меня есть вообще. Хорошо, хорошо, давай, только мне креатив все, нужен. Иди, не, но нет, тебе креатива нету. Нету, тебе сказали не давать. Ну, блин, а ты нет, это... Нет, не давать, я тебе сказала. А как я тебе, все построю-то? Вот на тебе топор, я тебе могу дать топор, вот убирай вот эту штуку. Могу дать тебе много забору, потому что мне забору оставили, держи. И вот тебе даже дам несколько калиточек, ой. Вот. Давай, поэтому хоть что-то. Давай, убирай. Убираю. Так, и делай, пожалуйста. А вот это тоже убирать? Кого вот это тоже убирать? Не да. Надо это убирать, ты что, совсем? Все, не буду. Хорошо. Ты что, вообще что, ненормальный? Все, давай делать загон. Загон. Вот и делай, я буду смотреть. Ты сказал, поможешь мне, вот помогай. Ага. Делаю. А я не хочу делать. И не забудь калитки поставить, как животные ходить будут. Да не забуду, конечно. А сюда блоков надо поставить, грануй вот сюда. Каких блоков? Давай. Ладно, поставь. Ты сам поставил, все, ладно. Каких блоков? Вообще-то тут не должно быть дерево. Так. Вот так надо. А сделать. Давай яйца призывы, я призову овечек. Кого? Так, овечек. Давай, на овечек. Давай сюда. Ей нужна шерсть. Все, сейчас сделаем. Так, это закрыть. Шерсть. Так, это закрыть так. Что ты спер в больнице? А, да это я случайно. Так, все, призываю. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Черные и белые овцы. Только не горелые, черные так, и белые. Так, ты чтобы не сбегал, я пошла схожу, короче, в туалет. А можно я ручки сначала помою? Ручки? Ну иди помой. Все, давай. Иди на кухню, а я пошла в ванную. Хорошо, все, давай. Все, я приду через одну минуту. Если тебя не будет в больнице, все, тебе конец. Все, ладно, иду. Я тебя предупредила. Хорошо. Пойду в туалет, так захотел что-то. Так, ребята, надо торопиться. Ой, ребята, надо торопиться. Ну, живот болит. Так, надо торопиться. Короче, ребята, зелье. Ты невидимость... вообще мыл руки? Мою. Мой, давай, иди, давай уже так, в больницу. Так, ребята, 3 секунды оно действует, 3 секунды, ой, 3 минуты, так. Когда я невидимости, зелье телепортации же не действует. Так, ну сейчас я ее подставлю немножечко, Сейчас я иду обратно. Давай уже иди, я тоже иду сейчас, я посмотрю, где ты там. Хорошо. Где ты там? Алло, бабушка, да я тебе говорю, что все хорошо, да. Я уже загон сделала. Так, все, ребята. Пока. Ой, Грануля, ты что сделала? Грануля. Ты что натворил? Я ничего не творил, это ты что-то. Зараза, где ты? Я спрашиваю. Я улетел, Грануль, я улетел. Улетел. Бабушка, он, кажется, сбежал, его я его не вижу. Так, все, он ребята. Украл твое зелье невидимости, по ходу дела. Так, ребята, 2 минуты, я еще успею. Да за что я получу, я почему не хотел, чтобы он сбегал? Я не хочу получать. Ой, кажется, Грануля скоро попадет. Так, ладно, ребята. Ну, хорошо, за шиворот его притащишь? А думаешь, он домой пошел? Ага. Не знаю. Конечно. Ну, ты сама его тогда и тащи. Я не собираюсь его тащить. Я пошла играть с овечками. Так, ребята, все, короче, побежал. Я пока у знакомых это немножечко поживу, пока бабка не успокоится, а потом вернусь к себе домой. Все, ребята, в общем-то, сделаю я побег как раз-таки из больницы бабки Грэнни. Просто, короче, вообще другого выбора не было, как подставить Грануль, ну, потому что, ребята, ну, сами понимаете, что это вообще никакие рамки. Я ничего такого ужасного не сделал. Они взяли меня и посадили. Ну, а вы, ребят, сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем удачи!
жрачки. Всем пока-пока.